Давайте реально возьмем яблоки, которые целые, положим в тот ящик, который раньше стоял на этом, а потом все переложим. На сцене и актеры, и зрители одновременно. Такая камерность спектакля просто необходима. Такая очень история, очень бытовая и очень тонкая, скажем так, даже в плане игры. Сцена представляет собой яблоневый сад, в который попадают герои. Четыре молодых человека оказываются совершенно оторванными от реального мира и не знают, как себя вести в предлагаемых обстоятельствах. Они задыхаются от переизбытка свежего воздуха. Элементарная встреча с природой, живым миром, с каким-то живым трудом, может произойти, привести к какому-то просто невероятному хаосу, страху и просто катастрофе. Урожай все-таки комедия, поэтому некоторые шутки героев, как говорится, на злобу дня. Пол ящичка сгниет, сейчас придет, Валера увидит. Че, понял? Сейчас смачивается. Чисть Буранова. На сцене звучала ненормативная лексика, но здесь она уместна, считает режиссер спектакля. Этот спектакль создан не для того, чтобы удивлять ненормативной лексикой, а он для другого. Поэтому здесь это не режет слух. Но все же молодые актеры ненорматив стараются избегать. Находить даже какие-то современные выражения, синонимы. Какие-то, да, современные сленг. Герои спектакля – люди, вырванные из привычной им виртуальной компьютерной реальности. Поэтому, попав в сад, им не хватает простых навыков в таком нехитром занятии, как сбор урожая. В итоге бесхитростный сюжет перерастает в масштабную комедию абсурда. Несмотря на это, постановка кажется весьма позитивной. Первый раз на такого рода спектакле. Впечатление классное, понравилось. Быстро, бурно, понравилось. А уже сегодня свои работы на театральных площадках «Орла» представят театры Кёльна, Днепропетровска и Санкт-Петербурга. Анна Немолякина и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».